камни, блестки, платки, цветы и многое другое, что так любят женщины и чего им постоянно не хватает, можно было приобрести на ярмарке продажи во время проведения праздничного мероприятия, посвященного 8 марта. Настроение должно быть, конечно, солнечное, радостное, веселое, потому что это начало весны, начало обновления природы. Традиционно, как и на любом праздничном мероприятии, посвященному 8 марта, здесь, в Дворце культуры, работали представители одного из салонов красоты, которые по праву выражают эту мысль, очень популярную: «Красота спасет мир». Если мир будет красив, да, то доброта, любовь, оно будет вокруг нас. А что нам еще нужно? А нужно женщинам еще и признание. Ведь слабый пол давно перестал быть таковым и наравне с мужчинами делает успехи в карьере. В этом можно было убедиться во время награждения самых трудолюбивых дам. Необычный подарок милым дамам преподнес глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Вместе с мужской половиной своих заместителей вышел на сцену, чтобы сказать женщинам самые добрые пожелания. У нас работает большое количество женщин, например, такие отрасли, как образование, как здравоохранение, как культура. Они вообще практически целиком и полностью держатся на ваших хрупких плечах. И я хочу, чтобы вы знали, что мы вас бесконечно, бесконечно любим. Милые, добрые, нежные, красивые, мы вас любим. С праздником, дорогие! Здоровья вам, хорошего настроения, ну и всем нам мирного неба. Продолжился праздничный концерт выступлениями детских творческих коллективов. Всем дамам на выходе молодые люди вручали букеты самых весенних цветов. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.